вырвал из рук только что выданные банкоматом 10 тысяч рублей, а затем похитил телефон у продавца магазина. Полицейские Казани задержали подозреваемого в серии имущественных преступлений. Что и как он совершал, расскажет Рамиль Шайдулин. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как грабитель убегает с места происшествия. В тот вечер, в середине февраля, от его действий пострадал 58-летний мужчина. Потерпевший только снял деньги с карты, банкомат выдал ему 10 тысяч рублей. Но едва он взял их в руки, то моментально лишился. Подозреваемый просто выхватил у него деньги и скрылся. Схожий по приметам человек через некоторое время похитил мобильный телефон с прилавка магазина. С заявлением в полицию обратилась продавщица. На основании показаний заявителя был составлен фоторобот нападавшего, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка с приметами нападавшего была разослана всем наружным службам полиции. В ходе отработки территории полицейские задержали предполагаемого грабителя и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 27-летний молодой человек. Свою вину мужчина полностью признал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, вызов 112.